Интернет-магазин Veloparts.com.ua приветствует вас. Сегодня в нашем видеообзоре ремкомплект для велокомпьютеров от компании HVL. Как я и говорил ранее, это еще раз подтверждение о том, что велокомпьютеры достаточно качественные, прослужить они могут вам очень много-много лет, вот, но просто, возможно, какое-то крепление может поломаться. Соответственно, чтобы не покупать новый велокомпьютер, компания HVL сделала вот такие вот ремкомплекты. Есть для проводных велокомпьютеров и беспроводных. Вот в данном случае мы рассматриваем вариант ACC6, к сожалению, пришлось ручкой написать. Вот, он подходит для таких моделей. HVL BRI 7V, 10V, 12V. HVL S10V, S13V. Ну, V, собственно, значит wireless, то есть беспроводной. HVL V1, V2, V11, V11P, V4, V5, XV+, Zone SV, извиняюсь, 7V, 9V и 12V. Ну, собственно, как-то так. Давайте аккуратно откроем, посмотрим, что находится внутри. В описании вы, конечно, это все можете прочесть, но я думаю, что интересно будет посмотреть, что же и как же внутри. Давайте аккуратненько откроем. Хорошо упаковано. Итак, что первое нам попадается? Так, смотрим. Две стяжки. И разные крепления. Некоторые я даже, честно говоря, и не видел. Вот все модели. Так, дальше смотрим. Так, это более стандартный набор. Точно такой же есть и в проводной версии ремкомплекта. То есть это 4 стяжки, 3 прокладки резиновые. Тоже резиновая вставка и пластмассовая пластиковая. Все видно, надеюсь. Дальше у нас идет что? Так, крепление. Вот в чем плюс беспроводного, да. Дальше. Сам сенсор. Медленнее прокручу, чтобы всем было видно, собственно, какие крепления. Магнитик. Так, ну и, собственно, осталась у нас только инструкция. Давайте вкратце быстро покажу, чтобы иметь общее представление. Возможно, просто кому-то инструкция не досталась, кто покупал не в нашем интернет-магазине. Вот такая инструкция. Итак, всем спасибо за просмотр. Ссылку на данный ремкомплект вы сможете увидеть в описании под данным видео. Ставим пальцы вверх, подписываемся на канал. Всем спасибо и хорошего дня!